Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня речь о событии 25 сентября. По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь первая публичная больница в России. Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми славилась Москва, в 1762 году Екатерина II с наследником Павлом прибыли в Москву. Внезапно он серьезно заболел, и для лечения призвали лучших медиков. Все обошлось, и в память об избавлении Павла Петровича был издан указ об открытии в Москве больницы для бедных. Для постройки выбрали усадьбу генерала Глебова, прилично задолжавшего казне. 25 сентября 1763 года в больнице, получившей название Павловской, начался прием больных. А чтобы не забывалось событие, ставшее причиной возникновения больницы, очеканили медаль с изображением будущего царя и надписью «Освобождаясь сам от болезней, а больных помышляет». С момента учреждения больницы были определены главные принципы ее деятельности. Больница объявлялась бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих, финансировалась из личных средств цесаревича Павла Петровича. А после его кончины больница перешла под опеку к его супруге вдоствующей императрице Марии Федоровне, которая щедро финансировала лечебницу. Первоначально больница была на 25 кроватей, но уже в 1766 году был выстроен большой деревянный корпус с церковью и два флигеля для служащих. В 1784 году этот корпус сгорел, а другие строения сильно обветшали. И в 1807 году при содействии Марии Федоровны было построено большое каменное здание дворцового типа в трех этажах с церковью в центре, освященную в память апостолов Петра и Павла. Постепенно количество мест для больных увеличивалось, и требовались новые помещения. В 1829 году возвели еще два каменных флигеля, два корпуса для квартир врачей, чиновников, духовенства и персонала. Позже был устроен даже конференц-зал, где разместились портреты основателя больницы, главных директоров и управляющих, в феврале 1904 года по приказу уже Николая в и при больнице были организованы курсы подготовки санитаров, что положило начало преподавательской деятельности. Лечебно-медицинская часть в больницу всегда была поставлена на высоте требований науки, на заведование назначались выдающиеся деятели медицины. Сегодня больница, медицинский центр на тысячу койко-мест, Сложный комплекс зданий из 30 корпусов разной этажности, раскинувшихся на территории в 13 гектар. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.